Окей, сегодня мы смотрим на новый Samsung Galaxy A51. Это продолжение смартфона Galaxy A50, который в том году поставил очень высокую планку. Он был номером 3 во всем мире по числу проданных смартфонов. Это прям вау. И сегодня у нас Galaxy A51. На столе у меня все три версии смартфона, которые доступны на рынке, а именно белая, черная и синяя. Синюю я оставляю, белую и черную откладываю. А внутри такой вот красивой коробки вы найдете, конечно же, сам смартфон. Вот такой вот красивый, синий. Здесь же у нас кабель питания Type-A, Type-C. Наушники достаточно простые. И адаптер питания. Есть еще скрепка для извлечения лотка с сим-картой и техническая документация. Galaxy A51 представляет собой гаджет из средней ценовой категории с многофункциональной камерой, мощным оснащением, ярким и красочным дисплеем, а также строгим минималистичным дизайном. Корпус смартфона по-прежнему выполнен из пластика. Задняя панель так вот разделена на 4 части. Похожее решение было в Samsung Galaxy A30s. Купить смартфон можно в двух вариантах, где будет либо 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта хранилища, либо же 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт внутреннего хранилища для фотографий и других медиафайлов. Диагональ смартфона 6,5 дюймов с соотношением сторон 20 на 9. Устройство обладает фантастически ярким и четким изображением с очень большой плотностью пикселей, а именно 405 пикселей на дюйм. А Super AMOLED дисплей создает картинку с глубоким спектром красок, позволяющим не только смотреть короткие видео, а также полностью погрузиться в просмотр целого фильма. Рамки у смартфона стали значительно меньше, и фронтальная камера довольно небольшого размера. Сам экран Samsung Galaxy A51 довольно устойчив к всевозможным царапинам. Система Gorilla Glass 3 создает надежную защиту от всевозможных дефектов, которые создаются в процессе ежедневного использования смартфона. Главная фишка этого смартфона – это синергия отдельных модулей камер, которые собрали в одном таком прикольном черном прямоугольнике, который находится на задней панели слева. С этим смартфоном, благодаря этой системе, можно сделать не только удачное селфи, а еще и фотографию, которая будет очень близка к тем, которые делают на профессиональном уровне. В смартфоне 4 модуля камеры, вы их сейчас видите на своих экранах. Потенциал съемки Galaxy A51 поистине огромен. Гаджет обладает массой регулировок, которые позволяют как оптимизировать съемочный процесс автоматически, так и настроить все под себя. Отдельного внимания заслуживает режим макросъемки. Смартфон отлично справляется с мелкими объектами, изображение которых получается достаточно резким и четким. Это особенно удивляет для смартфона средней ценовой категории. Что касается фронтальной камеры, с ней тоже все в порядке. 32 мегапикселя, апертура 2.2 и снимает видео в 4К. Это дает простор для реализации просто вот любых задумок. Еще вдобавок ко всему есть возможность размытия фона, без которой, наверное, не обходится ни одно удачное селфи. Хоть компания Samsung и позиционирует Galaxy A51 как среднеценовое устройство, тем не менее, на борту мы видим достаточно производительное оснащение. Процессор Samsung Exynos 9611 позволяет смартфону без каких-либо проблем справляться как с базовыми приложениями, так и с более затратными процессами. Galaxy A51 на борту имеет аккумулятор 4000 мАч, что позволит достаточно долго обходиться без подзарядки. Ну а если вы все-таки нагружаете ваш смартфон постоянно и чем-то таким энергозатратным, то для вас завезли функцию быстрой зарядки. Из прочего, в смартфоне есть еще и сканер отпечатка пальца, который работает достаточно быстро и уже работает вполне себе приемлемо даже по сравнению с предыдущей прошлогодней версией Galaxy A50. Еще из приятного то, что смартфон одновременно поддерживает работу и двух сим-карт, и одной карты памяти microSD. Сюда же залетает и NFC, и система Samsung Pay, которая работает и в Беларуси, и в России, где можно оплачивать ваши покупки смартфоном. Еще тут есть мини-джек, иногда это очень полезно, до сих пор полезно, на мой взгляд. Вот сейчас даже сел записывать это видео, и надо было куда-то микрофон засунуть, а у меня был смартфон, в котором нет мини-джека, это неудобно, искал переходники, заменял смартфон, потратил время. Здесь же все на месте, это удобно. По итогу, компания Samsung смогла создать интересное устройство, которое в себе совмещает все то, что необходимо современным пользователям. Samsung Galaxy A51 хоть и относится к среднему классу смартфонов,
Но вместе с этим предлагает отличную камеру, надежную производительность, насыщенную картинку и спокойное оформление. Если вы находитесь в поисках смартфона по доступной цене, то Galaxy A51 это, наверное, один из наилучших вариантов на сегодняшний день. Купить такой смартфон можно в интернет-магазине МТС, ссылка будет в описании. Версия на 64 гигабайта обойдется в 759 белорусских рублей, либо 33 рубля в месяц, если оформлять такой смартфон в рассрочку. Если тебе понравилось это видео, ставь ему лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Новое видео совсем скоро, поэтому не прощаемся.